Эльвира Олеговна дома? Здравствуйте. Нет, на работе. А ребятишки где? В садике. Я ей пригласительно оставила, скажете, что подошла. Здравствуйте. Субъекты профилактики. А? Субъекты профилактики пришли. Не надо, я так только сейчас таблеток наелся. Сижу, лежу. Ага, я сейчас оставлю. Ну что, заткни свою камеру. То я сейчас вместе с камерой тебя. Пирятинская, 23, в Абакане. Такой бурной реакции от пожилого мужчины не ожидал никто. Это уже четвертая по счету попытка комиссии достучаться до хозяев, только толку в этом мало. Оценить условия проживания семьи и провести противопожарную профилактическую беседу не представилось возможным. Рейд у нас проводится по семьям, состоящим на учете в социально опасном положении. Мы обследуем жилищно-бытовые условия. Также смотрим родителей в состоянии алкогольного опьянения, либо нет. Проводим профилактические беседы о последствиях употребления спиртных напитков, наркотических средств в присутствии детей. Таким образом, комиссия безрезультатно побывала на улице Линейная, Гагарина, Аскиская, Чапаева. Либо хозяева попросту не захотели открывать гостям, завидев съемочную группу, а может, их действительно не оказалось дома. В любом случае, соцработники оставили записки всем неблагополучным семьям с уведомлением явиться в управление соцподдержки населения в Абакане. Там с ними проведут профилактические беседы. Отметим, такие рейды совместно со спасателями и соцработниками проводятся в городе регулярно. Особенно эта работа важна сейчас, ведь в морозы количество пожаров возросло в разы, а профилактические визиты помогают призвать людей к безопасности. Надежда Савельева, Андрей Аралов, новости.